ждали на Стэмфорд-Бридж. Ждали, конечно, наверное, в несколько... Кармахали нет, и, соответственно, возвращение. Все появится. Причем совершенно неважно, кто забьет первым. Потому что даже если разный матч мы увидели и какие разные таймы мы увидели... Ну, может быть, ты знаешь, честно говоря, мне показалось в первом тайме, что Челси-то переиграл. Или хотя бы давать конкретику, как ее, например, давал Оливье Журу, который прекрасно, и Рюдигер в обороне. Но Рюдигер сейчас вообще ключевая фигура, наверное, которая позволяет Реалу проходить через болевые точки сезона. Там жилые кварталы. Кстати, жилые кварталы прям примыкают, дома прогородные. Ну, знаменитое лондонское гостеприимство, конечно, сами... гимн Лиги Чемпионов и окунуться в атмосферу большие белые гетры. А это значит, что такие же гетры Реал выбрать не может. Зинедин Зидан уже попробовал в защите в этом сезоне. Конечно, травмы и Фабиано Претти, Давиде Масса в качестве резервного арбитра. Сегодня роль особая, конечно, не только в обороне, но и в атаке. Как это не коронавируса? Но нет. И ты знаешь, интересно, Ниас... В центре обороны сыграет второй Антонио Рюдигер. Сдулся мяч. Слава богу, лучше, чем что бы то ни было, чем кто бы то ни был. Ну а теперь состав от Зинедина. И он проходит здесь верно, но кажется, было то ли положение вне игры, то ли мяч был офсайд в действительности. И похоже, что да. Да, потому что и тот, и другой способны сыграть на фланге. Может быть, и с нарушением правил мяч у Реала остался. Кросс. И вот здесь мяч в игре, а вот это, конечно, было не чисто. Чуть ближе к боковой линии. Сам Кросс будет выполнять подачу в штраф. Ехали сюда каким-то Мамурским. Вам здесь не особенно-то и рады. Да, после матча все пожмем друг другу руки. Потому что, ну, ребята в синем играют жестковато. 2-2. А вот Винисиус теряет мяч в штрафной площади. Тима Вернер. Но... И пока Челси с этим ничего не может сделать, дальний удар Тони Кросс. Еще разок. Минди все прекрасно видел. И вот уже позиционная атака Челси. И здесь шансов не имел. И вот еще разок удар Антонио. Здорово. Двух обыграл. Прострел. И вот это было очень опасно. Зато исполнил. Ух ты, как накрутил Эдер Милитао. Сначала так полетел в сложной траектории. И штрафной. И вот еще один признак равенства. Подача с левой ноги. И на этот раз подбор за Реалом. Но тяжело будет выйти в контратаке. А-ля Зидан. Ну и, конечно же, Жоржини. Т-карточка с ретроспективной атаки. Ну, здесь уже Азар сыграл. Чилвелл. И дальше Тимо Вернер. Вот это... Как это было? Вернер получает мяч на линии штрафной. Ну, может быть, а сейчас Модрич, он тоже большой мастер удара из-за штрафной. Когда кажется, что бьют тем самым спущенным мячом, который на 20-й секунде убрали. Все совершенно не случайно. А вот атака Челси снова на скорости передачи. Ну, похоже. Да, здесь похоже. Положение вне игры. Вот от нога Милитао. Офсайд. Если бы не офсайд. Тредс, ну, мне кажется, повода для пересмотра нет. У Вернера только один гол, это победный гол в ворота Вестхэма. Сломать своими привычными сильными сторонами. Продолжать. Я думаю, что Фолт там увидел Арсата. Модрич прост. Что придумает он штрафной? Окружили его сразу несколько. Было очень хорошо во времена Криштиану Роналду. Просто там слишком много в нем. Где располагается а вот неплохо. Мяч. Страшно. Будем бить из-за пределов. И здесь просто классно. Как сык, просто спасение. Но опять удар из-за пределов. Что не пугает. И вот это был крутой момент и для атаки, и, конечно, Хаверц решает. Кого он там в буфет отправил? Казимира? Но там сразу три игрока Реала. Выдел здесь двух игроков. И дальше уже Хаверц бьет выше. Но вот эту немецкую парочку с... В счете Вернер забивает во второй раз в этом матче. И нет нарушения правил. И снова может быть очень опасно. Дермилитао мяч получает. И подача в штрафную Челси совсем не... Только вот пас отдать на Рюдигера ему не удалось в нужный момент. Еще раз этот момент, ну, локтем в зал Фрэнка Лэмпарда и в дерби. Кстати, из дерби ведь его и в сборную. Ну нет, здесь Рамос. Здесь Рамос. Ну, ты знаешь, мне кажется, сейчас авторитетом Рамос поддает. И вот момент. Прекрасный! Как он пробил, эстетика игры нападающего в чистом виде. Ну, вратарская игра просто невероятная. Первый тайм и очень осторожный второй. Здесь может быть наоборот. Под давлением Аспиликуэте.
И опять удар. А сейчас уже ОПК. Ну, это жестко, конечно, надо. Но Кристенсен рецидивист. Он начал сейчас здесь Чилвелл. Против него Эдер, Вернер. Винисиус. И ходили, наверное, раз 7. И в реале. Не в сегодняшнем матче, а в реале вообще. Да. Площадь, Рамос против него, Маунт. Пробил сам. И чуть-чуть доли секунды не хватило Маунту для того, чтобы пробить. Удар заблокировали. Милитау, посмотри. В центре на подборе. Он по флангу. А вот здесь Милитау здорово сыграл на опережение. Прочитал классно. Побежали. И тут же посмотри. Маунт и Чилвелл, но... Рамос красавец. Да, министр обороны. Вот, да, из правильного положения таким образом он забивает второй, да, спасибо тому, что камера уже давно присутствует. Давайте заберем это, финал. Вот основной пас. Демона Челси пока Реал переигрывает. В трех таймах на мадридском. Ну, почти, да. Реалу очень непросто дается игра. И кем ее усилить, кем ее... Потанцевал два раза. А я Челси убедительно смотрелся в трех таймах. Убедительный тайм, добиться результата, и очередь опускается, и мы при этом видим, как у Челси, который сейчас в атаке усилиями Аспиликуэ, ты подача в штраф рядом в этом эпизоде и просто везет Реалу. Куртуа, и как же здорово играет Кай Хаверт, здесь не успевает. Еще одна перекладина, но он второй раз сегодня попадает, уже в финале есть. А эти Минди, которые сегодня играют, кстати, двоюродные братья. Нарушение. А что касается желтых карточек, то две было у Челси в первом тайме. Жоржиньо в штрафной площади соперника. Подача. Рамос. Здесь всю оборону мадридского Реала. Здорово выпрыгнул. Рамос не узкий, не вспоминаем. В сегодняшней игре здорово он освободился. И когда центральный защитник вот так бьет, это очень серьезно. И это было очень красиво. Ну и, кстати, само выступление бы часто так бывает, что явление команды на европейской или команда стала так играть со всеми. А вот момент, Маунт, можно забивать Мадриду. И опять здорово разыграли. Здесь очередной провал у Реала. То Реал может и наказать. Вот еще раз этот эпизод. Огромные ворота, Мейсон Маунт попадает на три. Тут и не хватило. А теперь Реал бросает. Ну посмотри, как рука пошла. Ну, по лицу попало. Да. Он... Ну и вот целая вот бригада во главе с Кристианом Пулишичем. Снова кросс. Отличный пас Казимиру. Стадион его, и может быть не все, но еще сегодня сказал. Подача от Казимира. Челси, это может быть очень опасно. Хаверц удар за Вернера, не у Хаверца. Удивительно. Интересно будет посмотреть повтор.